В этом году конкурс молодежных социально значимых проектов разделили на два этапа. Первая защита прошла в феврале. Тогда 15 проектов получили полную либо частичную поддержку. А в июле претендовать на оставшуюся сумму смогли следующие конкурсанты. В защите сегодня участвуют 6 человек. Я отношу себя к числу молодежи, и поэтому молодежные проблемы – это мои проблемы. Библиотекарь из Улыбина Алина Шперлинг недавно начала работать в своем сельсовете специалистом по молодежной политике. Чтобы молодежь в селе не болталась без дела, девушка продумала план мероприятий. С помощью директора Дома культуры составила смету, написала проект. Если есть возможность получить денежные средства и потратить их с умом, куда нужно, причем получить из этого выгоду, поэтому почему бы не воспользоваться таким случаем? Основное требование к участникам конкурса – все проекты должны быть направлены на молодежь. Поэтому конкурсанты просят деньги для развития туризма, на костюмы и реквизит для выступлений, для организации праздников и другие цели. Из 6 представленных проектов комиссия поддержала 5, в том числе проект Алины Шперлинг. Очень жестко отслеживали, какие проекты действительно будут реализованы и какие принесут больше пользы обществу. Чем больше людей было задействовано в проекте, тем меньше к нему вопросов было. Общая грантовая сумма двух этапов составила 400 тысяч рублей. Теперь дело за реализацией задуманного. Примечательно, что некоторые конкурсанты уже не в первый раз обращаются за поддержкой. Ведь при помощи грантов можно не только начать хороший проект, но и развить его.